Куда ты пошел? Ёб твою мать, ярлык отдай! Пошел он. Шашлык такой вкусный получился. А чем ты маринуешь? Да в Пятерочке маринад беру. А я формалином. Блин, что, слишком сильный минус сделал? У кого горло заболело? Фух, что-то я задолбался. Ладно, заберу домой, дома доделаю. Саша, что это за херня? Ты зачем этот мусор домой принес? Это не мусор, это Галина Ивановна. Так, а что здесь лежу? Блин, скоро ж сессия, у меня нихера не готова, я не готовился, блин. Видимо, не того забрали. Так, ребята, ночью отсюда не выходим, людей не пугаем. Курите, если что, в туалете, понятно? Молчание – знак согласия. Мне так приятно, что ты согласилась пойти со мной на свидание. Ты очень красивый. Спасибо, ты тоже.